Доброго времени суток, люди добрые. Вы на канале Ирина Пауэр, дальнобой со мной. На сегодня среда. По местному времени 7:37. 4 по Цельсию. Мы находимся с вами в штате Айва. Я только что заехала, я была вчера в Миссури. Едем мы на Небраску, на Фримонт, город называется Небраски. Я разгружаюсь и сразу еду домой, где-то через 2,5 часика буду дома. Ну, где-то к обеду, после обеда, вот так вот, планирую уже быть дома. И у меня остальные дни, все выходные, да, понедельника. Друзья, я вас всех приветствую на этом празднике жизни, да. Вчера Мария попросила меня поставить песенку «Мамина молитва» по исполнению Светланы Маловой. Мне вообще песни Светланы Маловой нравятся, это христианская певица. Она много поет классных песен христианских. Я человек верующий, если кто-то подписался только на мой канал, и вы будете часто слышать христианскую музыку, потому что мне нравится христианская музыка, я люблю Господа. И моя обязанность напоминать людям, что Бог есть, и Он любит человека. Ну, потому что, знаете, вот когда находишь сокровище в жизни, да, и ты человек добрый, ты поделишься этим с кем-то, да, ты не хочешь, чтобы кто-то там страдал от чего-то, да, там недостатка какого-то. Поэтому если ты что-то нашел, ты хочешь поделиться с другим, да. Меня когда-то нашел Господь, да, я не лучше других людей, да, я выросла в семье верующих, родители мои были верующие, наслаживали добро, да, в сердце, чтобы любить Господа, иметь страх Божий. Ну, как я и говорю, страх Божий — это не то, что бояться Бога, вот какой он страшный, а уважать Бога. Помнить, что мы дети Божьи, и это лицо Бога, да, как мы ходим на земле, что мы делаем, наши поступки, да, мы можем говорить, что мы верующие, а дела наши не будут соответствовать. Поэтому, ну, я здесь не для того, чтобы вам что-то там проповедовать, да, я просто говорю, что я люблю Господа, и на моем канале вы иногда будете слушать христианские песни и напоминание о том, что Бог есть, и Он нас любит. Вот эта песенка Мария ставлю для вас и для всех вас, друзья, кто будет смотреть этот ролик. Очень классная песенка. Вы знаете, молитва мамы, она имеет силу. И даже после смерти, да, мамы может не быть, но молитвы эти, которые она молится за деток, они будут всю жизнь. Это благословение, это все, да. Ведь своим языком мы можем благословлять своим деток и своим же языком проклинать. Поэтому нужно молиться за деток обязательно. Это обязанность мамы, наверное, обязанность родителей, да, молиться за деток, благословлять их, не проклинать, не говорить какие-то плохие слова на ребенка, и потом говорить, ну что, он такой вырос, да, ну что мы, как мы благословляем наших деток, то мы и получаем, да. Мы иногда не думаем над этим, что наши слова имеют силу очень большую. Поэтому перед чем как что-то говорить на ребенка плохое, подумать, что ты говоришь, да, ну, и стараться благословлять. Благослови моих детей, дай им добрые, чистые сердца и сохрани их от зла этого мира. Аминь. 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 Мам, правда, что Бог сейчас слышит нашу молитву? Конечно, милая, Господь всегда нас слышит, а особенно материнскую молитву. Мамочка, я очень-очень тебя люблю. На ясном дне поставил точку, свет лунный пробираясь вдоль стены. Сынишка маленький и повзрослеет дочка, тихонько спят и видят сказки сны. Детишки спят, но мне совсем не спится. Тихонько с Богом разговор ведут.
Война и неправда привычные.
Иисус через слово проклятие и дерзость любовь извратили под грязную мерзость. Ложь ухо не режет и совесть не судит. Когда же, когда нас небо разбудит? Мир как будто не слышит уставов твоих. Боже, я умоляю, помилуй глухих. Кричит, кричит, загляни в мои очи. Оно не молчит, не молчит, оно кровоточит. А небо кричит, кричит, только слышат ли уши? Бог людские сердца стучит. Мы живем сейчас, люди забыли Бога, забыли уставы, как нужно жить человеку на земле. Мы с вами в Омаха, Небраска штат, город Омаха. Прости, Господь, мне каждый вздох без веры. Но что смогу я делать?
прости, что жизнью я жила такую. Прости, Господь, за все меня прости. Омага, большой город, индустриальный город, как я и сказала, это где-то 2-2.5 часа от меня, где я живу. Штат Небраска межует с Айовой. Друзья, я надеюсь, что ваш день прошел хорошо и все у вас отлично, замечательно. Я желаю вам всего самого наилучшего, приятного вечера всем. Спасибо, что вы зашли ко мне и просмотрели мой видео, что вы оставляете приятные комментарии. Друзья, это здорово, что у меня есть. Я вам всегда это говорю, что у меня самые классные подписчики в Ютубе. Знаете это? Я вас всех приветствую. Всем говорю спасибо. Огромное человеческое. Завтра будем жарить индеечку. Я обязательно вам сниму весь этот процесс. Как я это делаю. Сегодня вечером я буду ее мариновать. Я обычно ее нашпиговываю такой чесночком, да, чтобы ну, запах чесночка был. И потом все это, всю индеечку обсыпаю специями всякими вкусными, чтобы она ночку постояла, она натянулась этим всем, да. И с утра пораньше ставлю духовочку, чтобы она к обеду уже была готова, зажарилась. Поэтому все я для вас сниму обязательно. Ну а пока, я говорю, до свидания. До новых встреч в Ютубе, друзья. Goodbye, как говорила мне Мария, почему не goodbye? Теперь буду говорить и goodbye. За нас и за наших детей.